Давайте. Давайте. Так, пароль. Хотел выделить пароль. У меня перед одна буква пропала. Первая. А ну возьмите просто от руки, введите ее. Сангарская, это Иркутская область. Ой, как далеко. Ну, есть такое дело, да. Да вы видите, проблема в основном-то. Этот метод тыка уже достает. Мне не хочется из-за этих значков переустанавливать еще раз систему. Хотя может и так и проще. Для меня, по крайней мере. Может быть и вас сниму. Ну, давайте посмотрим вначале. Значит, пароль скопировали, вставили и послали или нет? Вот, так, вот нажал я этот значок в левом нижнем углу, да? Да. Он мне написал, что табличка загорелась скайповская, завершить звонок, прибавить, исходящий, нужна помощь Linux, это, видимо, я вам отправлял, не знаю, дошло оно, не дошло. Вот такая фигня. Так, куда здесь его скопировать? Вот под вашим изображением левый нижний угол, там кружочек, и в нем такая как бы... Написано «Показать сообщение». Да, так вот вы на него нажмите. Вот нажал. И зайдете именно в окошечко сообщений. И вот в него вы вставьте свой пароль и нажмите Enter. То есть я тогда его увижу, скопирую и зайду к вам. Сейчас попробуем. У вас управление звуком есть, эта самая иконочка. Я посмотрю, да, ты видишь. Ну ладно, в принципе, а так зачем, как говорится, переставлять, когда оно... Ну вот у вас написано беспроводная сеть. Беспроводная сеть по настройкам, да? Да. Вот этот значок, который я вдруг установил, его оставить, и все будет у меня нормально работать. Ну вот же он у вас, вот он здесь торчит. А, да, 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 ну я понял. То есть по нему кликаете на этот самый правой кнопкой мышки, вот можете пойти в свойства. И здесь вот посмотреть, это вот беспроводная сеть, есть еще вот, есть еще проводная ЕТХ, то есть если вы поменяете на проводную, просто зайдете и поменяете в LAN, поменяете на ЕТХ, вот и все. Это я понял. Так. Ну так а почему? Ну что, значок звука был проблемы, вот взяли вам его и поставили, и нормально все, вон оно. Да, конечно. Просто проблема решилась по-другому, будем так говорить. Ну, главное, что решилось, вот да, и все. Конечно. Важен результат. Важен результат. Вы сейчас покажите, да, мой панель? Я вижу, да. Вот. Панель, да, я все делаю панель, да. Вот когда мы добавляем элементы новые, допустим, да? Да. Вот здесь вот, вот этот вот индикатор предоставляет место на панели для индикаторов, да? Вот если я его сейчас добавлю, как раз вот эти все 15 этих и всплывут. Ну так а зачем вам это нужно? У вас сейчас нормально все есть. Вот я просто думаю.
Ну, шило, как говорится, в одном месте его уже попробовали. Зачем вам? Нет, не хочу больше. Ну и все нормально тогда. Ну, все нормально, да. Алексей, когда уж это, пока на связи, прошу, там же сайт ваш, новый. Ну, вы понимаете, у меня вопрос. Ну, я слушаю, слушаю. Ну, вот, там, значит, немножко, что-то я никак не могу, плохо, ну, а там ориентируюсь. Ну, я же там могу практически задать, чтобы вас не тревожит, допустим. Ну так зайдите на сайт, нажмите на это самое на браузер, зайдите в сайт, давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Так, я захожу. Да, я, кстати, вот с этого брать. И он по шестому тоже. Да. Ну вот даже он запомнил, нажмите на вход и войдите. Понятно. Сейчас вот я нажму на список форумов. Значит, вот здесь у нас имеются авторы. Значит, авторов уже трое. Олег, Алексей Лукьянов и Юрий Шатохин. Да погодите вы бегать, ну руки уберите. Вот. Вот, пожалуйста, вы взяли вот так вот. И вначале все просто посворачивайте, чтобы перед вами общее, как говорится, возникло меню. У вас же все открыто, и вы не знаете, куда вам сунуться. А вот теперь перед вами, значит, имеется вот такое вот меню, куда бы вы хотели пойти. Скорее всего, в курилку. Да, наверное. Ну, так откройте и посмотрите, чего там есть. Обо всем и всегда. Зайдите в курилку. И теперь, пожалуйста, пробегите с ползунком и посмотрите. Так. Да. Причем из своего кабинетика, вот видите там, да, даже здесь написано внизу слева, новая тема. Допустим, нажимаете вот на новую тему. Называете ее, как вам там нравится. Делаете короткое сообщение. Значит, и затем нажимаете на предосмотр, если все нормально, нажимаете опубликовать. И, значит, ваша тема будет, скажем так, опубликована. Допустим, вы начали писать какое-то там свое сообщение, потом, значит, решили, ну-ка, сохраню-ка я его как черновик. Затем, значит, пошли на сайт. На сайте, допустим, какая программа вас интересует? Ну, допустим,
Но, честно говоря, вот... Да, да. Вот, допустим, тот же Crusader, да? Я знаю, что он запускается от робота, от правами робота. Так. Но иногда бухлает просто тупо, не могу найти, где это как-то запустить. Ну, Crusader, он обычно у вас сидит на нижней панели в Кайродоке. Да. Вот он. Да. Нога что-то дарит. И вот красненький значок, видите? Это запустить Crusader с правами root. Вот вы нажимаете на этот значок, вот этот сам по себе закрываете уже. Здесь заводите пароль. Ну, заводите пароль. И нажимаете там ОК. Вот написано Crusader root привилегия. Ну ладно, ну все, желаю вам удачи. Алексей, спасибо, очень большое спасибо, что ответили. Хорошо, договорились. Наше время. Общение, общение это дорого. А для меня это не стоит. Да ничего, это самое. Нормально все, Герман. Удачи вам. Ну, будем надеяться, что в моем возрасте, может быть, надо было раньше этим заниматься. Так а почему? Любви все возрасты покорны, я вам так скажу. И, как видите, ничего тут такого суперсложного нету. Да нет, конечно. Я говорю, если не дарит, то ерунды только бывает. День, два, три. Почаще поползайте по сайту, посмотрите там разделы программ. Постепенно, глядишь, там за пару недель у вас уже появятся свои, скажем, подходы, как там что делать. На большинство вопросов на сайте имеются ответы. Вот. Ну ладно, хорошо, до свидания, удачи вам.